Ну, сам первый, наверное, игру головой. Ну, потому что плохо я ей играю. Так что тут, да, надо подтягивать. Футбольный скилл. По-моему, все идеально. Да нет, ну давай. Ну, правда. Нет, игра головой. В штрафной площади именно. Ничего лучше. Ну, удар, я думаю, удар. Хотел бы получше, да. Более... Ну, я думаю, по силе может быть еще нормально, более точность. Ну, наверное, может быть, скажем, не то чтобы это вредная привычка, но хотелось бы улучшить, наверное, больше режим, там, заспать больше вовремя и проспаться, наверное, тоже вовремя, потому что я любитель поспать и... Как бы если сделать, если вовремя ложиться, то и вовремя будешь вставать. Так что вот это хочется улучшить. Да нет, такой привычки нет, от которой я пытаюсь избавиться, но и у меня не получается. Нет, ну конечно, у меня есть какие-то вредные привычки, но они не смертельные, они никоим образом не мешают моему образу жизни. И по сути я не могу назвать какую-нибудь одну. Я что-то могу не доделать до конца. Может, я помню, даже в детстве там домашняя работа была, там английский перевести огромный текст. Там я перевел две страницы, и вот такой абзац остается, и все, ладно. То же самое, ну, по уборке, может, что-то. Уже там все убрал, и ну, там что-то осталось, то ладно, все. Уже и так много сделал. Вот, довести дело до конца. Но в плане спорта такого нет, это нет. Да много чего, ну да, язык выучить, чтобы можно было спокойно разговаривать. А если там спортивный брать, то хотел бы на коньках научиться кататься. Вот. В детстве меня не поставили, и сейчас стараюсь вот, сделать это. Много чему. Языки изучаю. Еще многим чем занимаюсь, но я это не хочу просто на публику рассказывать. Какие бы ты хотел 3 языка выучить? Английский, испанский и... В последнее время французский мне начал нравиться. Научиться... Ну вот я сейчас хочу... Сейчас отпуск, что-то прям теннисом хотел. Сейчас хочу начать заняться. Ну, поучиться у меня там. Друзья тоже играют. Вот так, почему бы и нет. Вот, а так, ну... И английский сейчас прям изучаю. Репетитор уже вот почти что год. Скоро будет прям так. Целенаправленно хочу выучить его. Испанский тоже начал, но я понял, тяжело будет совмещать это. У меня там 3 урока было. Я репетитор сказал, нет, это тяжеловато будет, надо давай на одном. Ну, наверное, из ближайшего, что хочется, наверное, во Францию слетать. Ну, как бы, я имею в виду именно, чтобы погулять там, посмотреть тот же Париж. Вот. Так что прикольно, красиво. Так много мест. Куда можно слетать, я думаю. Япония, определенно Япония. Ну, привлекает мне эта страна. Очень такая необычная, колоритная. И в Азии я вообще редко бываю. И эта страна манит меня. Нет, 2 страны, наверное, такие. Япония и США. Вот. Ну, Япония, не знаю, как это инновационная страна такая, сильно развитая. В принципе, вот Азия, я был в Таиланде, так, в принципе, азиатская кухня мне нравится, вот, так хотел бы, да. Ну и Америка, не знаю, тоже всегда хотелось посмотреть на это, что там, как там все фильмы, это все смотришь, культура это, поэтому, да, хотел бы вот в Америку еще. Фредди Меркьюри, сходить на как этот концерт, который последний дали, да, с Квином, ну, там... Даже по старым съемкам, когда вот снимали фильм, да, «Богемскую рапсодию», вот, ну, круто, и, блин, хотелось бы, наверное, посмотреть на это вживую, почувствовать изнутри эту атмосферу. Есть, да, такой исполнитель из Латинской Америки, Озуна называется. У него такой репертуар. И у него испанские песни, испанские, португальские, и мне очень нравится. Я очень. Импонирует мне он. Я люблю американский хип-хоп,
Вот, поэтому какой-то на Трэвиса Скотта бы я хотел бы очень, или на Дрейка сходить. Блин, ну одно. Ну, Месси не хочется там канал Даби, да, говорить, когда хочется. Я бы с Зиданом поговорил бы. Мне кажется. Интересно. Интересно было. Ну, с Криштиану Роналдо. Интересно, что человек в 37 лет до сих пор держит себя в такой форме, играет на высоком уровне, и хотелось бы, чтобы он поделился своими секретами, своими, не знаю, какими-то фишками. С футболистами. Ты и так каждый день с ними общаюсь, с кем мне еще общаться. Ну, из каких-то из популярных, не знаю, Криштиану Роналдо, Месси. Наверное, они кто-то, ну, которые такие... Ну, не кумиры, но кто, конечно, сейчас на главных ролях. Я думаю, это легенды мирового футбола. Что спросил бы? Как так? Как вы так играете? Ну, с Ургантом, наверное, тоже поговорил бы. Такое же, ну, приходит в голову. И поздно, возможно, поздно тоже. Ну, я думаю, что я не знаю, о чем бы я мог поговорить с ним, но тоже бы было бы интересно, мне кажется. С Леонардо Ди Каприо. Мне нравится он как актер. Нравится его очень, очень нравятся его фильмы. Я считаю, это, наверное, ну, лучший актер на сегодняшний день. У меня всегда Вера Брежнева почему-то нравилась. Прям давно-давно еще фильм «Любой в большом городе», я помню, это так. Заел мне в душу, вот поэтому, может быть, да, она. Ну, больше работать и слушать, и больше учиться, наверное, во всем. Не запариваться по поводу неудач и по мелочам. Да, на самом деле ничего, и мне кажется, то есть в плане спорта. Я считаю, ты как бы поддавался на 100%. И вот если ты что-то посмотреть, ни о чем не жалею, на самом деле. Все, что делал, всегда вроде все правильно. Но поэтому ничего. Молодец, скажи, молодец, Андреевич, правильно делал.